Сегодня мы отправляемся в велопутешествие в село Кордон. Это в Телегульском лимане. Там находится устричная ферма. Вперед! Но сначала нужно помочь подняться солнцу. Нам предстоит тяжелый путь. Если что, мы идем на восток. Так, снимаю целое поле будяков. Вот это все, это будяки. А почему снимаю будяки? Потому что, в принципе, ничего снимать больше и нельзя. Но я так скажу, наша Одещина – это очень красивое место. Наше море – это наше украинское море. И нашим врагам вот достанется Одесса, и вот достанется Одещина. В Визирке есть велодорожка, а в Одессе не везде. Да что это такое? Сделайте велодорожки по всей Украине. Поглядывает бородатый такой. Ты красивый. Ой, лижешься. Лижет, как собака. Ай, и прикусывает. Глазища такие. Красота. Красивый, как далматинец. Как проехать на Кордон? Туда? Вот медитация, это даже не велопоездка. Я справилась у Гугла. Гугл говорит, что это лен многолетний. Мы находимся на Телегульском лимане. Вода в нем очень чистая, похожа на морскую. Это самый чистый лиман из всех вот одесских окружающих лиманов. Последние километров 30 мы ехали по побережью Телегульского лимана. И природа здесь, конечно, очень богатая. Очень отличается от пустыни Куяльника. Коровы такие жирные, села богатые. Чтобы к корове зайти на холм, ей с матами помогает пастух. Но не забываем, что мы приехали на устричную ферму. Вперед! Рассказываю, я уже этих две штуки съела ценой своего здоровья и своего хорошего настроения. Но Вова вместо того, чтобы записать видео, записал фото. И мне придется съесть еще одну штуку. Они мне очень не нравятся, но я это сделаю. Короче, это очень хреновая консистенция. Она такая склизкая, вонючая. И, по-моему, оно живое. То есть я сейчас фактически ем какую-то живую склизь. Я туда выдавливаю лимон, потому что мне сказали, что так надо сделать. У меня организм это отвергает, но я попробую. Все, ешь остальное сам. Класс! Супер! Блин, какое оно вкусное! Сейчас доем, пойду вторую порцию брать. Обалденно! Доехали до Доброслава. Я никогда тут не была. Очень чистый, красивый городок. Или поселок городского типа, скорее. Тут так много всяких
статуи или как это, памятников, как это назвать. Но очень красиво. Много цветов и очень чистые улицы. Нравится. Набери. Короче, кирдык ему. Остал. Велосипед я держу. Ой, блин. На горку ехала и так свалилась. Так ломалась, потому что у меня все. Не знаю, как мы поехали. Сколько до Одессы еще? Не знаю, километров 15.